Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Я хочу в этом видео рассказать вам, как можно укрепить тесто, чтобы его меньше сбивала рыба, не так оно размывалось течением и хорошо держалось на крючке. Вот мы приготовили тесто для рыбалки. Все. Неважно, добавляли мы ароматизаторы или нет. Как кто любит. И нам необходимо сделать такую лепешечку. Чуть-чуть его растолочь. Ну, так приблизительно. И далее ложим мы его на тарелочку. И в него будем добавлять медицинскую вату. Нам необходимо ее немного. Так ее разрываем, чтобы слой ваты был тонкий. И налаживаем на тесто. Далее заворачиваем тесто в виде рулета. Завернули. И теперь тщательно разминаем, чтобы вата полностью покрылась тестом. Разминать надо минут 10. Тогда вата тщательно облепит тесто. Волокна ваты будут присутствовать везде. Вот я, чтобы не тратить ваше время, немножко поразминаю. Так, вот и все. Так мы можем заготовить дома такой кусочек теста, либо на рыбалке. И сейчас я покажу вам, как можно такое тесто одеть на крючок. Несколько способов покажу вам. Ну, первый классический. Вот берем крючок, поводок с крючком. И классически одеваем шарик. Такой, катаем шарик. И одеваем на крючок. Все, одели. Вот у нас уже готовая наживка. Второй способ. Мы будем из теста делать опарышей. Так вот мы делаем, скатываем и одеваем как опарышей. Вот я сделаю 3 опарыша. Больше не буду, меньше тоже. Ну, часто по 3 опарыша делаю. Так. Теперь третьего одеваем. В это тесто, если мы будем использовать, ловить в виде опарышей, эффективно будет добавить аттрактант запахом животной насадки. Опарыш же у нас живой. Вот так вот. И третий способ. Мы катаем шарик. Ну, диаметр может быть разный, смотря какую рыбу вы ловите. Если карп это будет, то шарик будет покрупнее. Ну, у меня где-то шарик 10 до 14 диаметра. И будем одевать его на волосяную оснастку. Вот у меня есть заготовленная волосяная оснастка. Остается только тесто пробить шилом. Так, и как бойлы одеваем мы на петельку. Так, теперь необходимо
зажать топорком. Все. Вот три способа, как можно использовать это тесто, я вам показал. Спасибо, что смотрели. Ни хвоста вам, ни чешуи. Удачи всем. До новых встреч.